Здравствуйте. Здравствуйте. А что это такое у вас? А вы что, приехали? Да ладно, на третий этаж квартиру. Зачем? За одной девушкой-красавицей. Да. Девушка-красавица? Это вам будет дорого стоить. Почему решил жениться? Тебе мы доверяем. Стрел, любовник, вереница. Метка из глаз, лоб из рук. Нам секрет откроет сердце. Раступись пошире, круг. Ну, жених, задай всем сердце. А что, стрелять надо? Теперь... Шарам нужный сектор. Это не считается, да? Давай. Это тренировочный, разогревочный. Слейте на себя. Это там тоже не считается. Это тоже не считается. Давай плати. Давай, плати, да. Не попал? Сколько? Сколько у вас есть, а мы разберемся. Там, наверное, пластиковая подложка. Давайте на металлический. Это пыль. Да, это пыль. Что это такое? А, это обманывает, там колпачок же есть. Мы экономим. Конечно. А ты что, невнимательный такой? Плати за невнимательность. Безопасность. Я же зря. Плати за невнимательность. Два раза не попал. Это обманным путем будет. Никаким не обманом. А что говорят, не попал? Проверил. Ну как не попал? Не попал он. По какой причине? О, как куда? Аня, да? Толстая. Еще раз. Ты тещи хорошие заставишь. Шутку. Про то, что не попал. Ну в какую причину он попал? Аня заставил или тещи хорошие? А что, платайте? Нет, надо по любви. Ты что, не по любви женишься? Ничего не знаем. Плати сначала. Давай. Тебя заставляют жениться, я чувствую. Прям попахивает, да, чем? Почти! Почти! Что выросло? Можешь подойти к жене, уж так лучше быть. Жалим с тобой, подойди еще поближе. Я не вырос? Саня, отлично! Это уже судьба! Это уже судьба! Это гон. Да. Опачки! Ты приложи записку, может это? Молодец, Артем! Не случилось, что в ромашке, погадай-ка на ромашке. Отрывай. Лепесточек, и я тебе буду называть вопрос. И ты должен будешь на него ответить. Номер? Номер 3. Год знакомства. Знакомство 2 года назад, 16-14. Верно. Еще? Два раза? Да. 8. Дата предложения? Ну, 23. Нет. Плати. Как нет, Саша, ты что? Саша, как ты мог такую информацию? Как ты предлагал? Предложение нет. Плати, ты озвучил неправильный вариант. Все, давай. Нет денег, кстати. Хоп, не так. У него карман. Так, в марте. Отлично, в марте. Ты так его называешь? Какая в марте, марте. Нет, когда в Воробьёва есть, знаете, когда тебе не подскажешь? 17 апреля. Давай дальше. 17 апреля? Я же был в апреле, вы сказали нет. Ты сказал мне 18-го, ну, а 23-го? 10. 23-го. Здесь первое свидание. Где? Где было первое свидание? Вот так, в Москве. Отлично, давай я знаю место. После интернет-знакомства. Замечательно, где? В Одноклассе. Кофе пили. Где? В кафе. Как, каком? Шоколад. Верно. Здесь на видом. Все, можно. Нет, конечно, пошли, уже бывает, уже время терять. 5. А то пробки. Так, любимая детская невеста. Морозы. Какие? Ну вот еще здрасте. Красный, бордовый. Название это что? Нет. Нет, а причем нет, давайте цвет, так это цвет. А цвет, он назвал нам цвет. Цветы, нет, это хороший, это уже хороший. Это мы сейчас начнем цвета гонка. Да, какая-то нивка, у нее красные. Цветы розы. Красные розы. Ну красные. Да, он сказал. Нет такого, как красные розы. Есть розы. Сколько лет? Месяцев и дней. Что лет? Лет. Ну на год она мне младше. Лет, месяцев и дней. 27. Считаем. Давайте, подключаются гости. Дата рождения, скажи, может, кто посчитает быстро. Когда? 13 ноября. Вот. 89 года. Ну, а что нужно? Вопрос в чем? Сколько сейчас ей лет, месяцев и дней? 89 год, сейчас 8. Да. А, в ноябре, да? Значит, неполные получается, да? Неполных 16. 26. Заебись. Да. Сколько дней? Какое сегодня число? Считаем. 22 июля, август. День рождения какой? Наверное, 5 месяцев получается. И 22 один день. 55. Чем конкретно? У него в июне. У нее у нее. Нет, ее. Сколько ей? Артем достал правильное решение. Давай, Артем. Нет, сейчас 8 месяц идет, правильно? Не август, 8 сейчас.
7 месяцев и один день. Почему 7 месяцев? Мы же с ноября считаем. С ноября точно. До ноября. Нет, сколько? О, не так, счетоводы. Ага. Давай, Артём. Плюс 2 еще. Не посрами. Калькулятор достал. Давай. Сань, 4 месяца. Давай говорить уже. Ноября, декабрь, январь, февраль, март. Ну смотри, сколько лет мы выяснили? 8 месяцев и 1 день. Сколько месяцев? Почему 1 день? 8 месяцев и сколько дней? 13. Что, 23 дня, 13. Один, ну, последний, сколько дней? 1, 21, сколько? 13-го, а сегодня 22-го. 9 дней. Да. 9 дней. Ну, ты свои долги. Вот, понял, Саша, мы тебе это говорили, блядь, в машине. Верно, так у нас жених сегодня подготовленный. Все, понял. Ну все, пойдем, пойдем. Твоя невеста. Отрываем ведь от сердца. На компьютере играет, макароны классно варит. Объедение, объедение. А сама-то загляденье. Пойду, да? Твоя невеста берешь? У меня поменьше ты была вроде. А она поправилась. Да. Щенок ты мог и подрасти. Было, нет, какая-то татуировка. Нет. Я такая вроде без этого. Вот ты какая красотулечка, да? От души отрываем. Не, у меня постройнее, не, похудее. Курить будешь? Да, не курит, нет. А пить? Пить, ну может, не опять. Забирай, забирай. Согласны? Да. Понял. Пошли. Все, тогда в лифте. Деньги верните. Да. Нет, нет, все, они не возвращаются. У меня была такая, деньги верните ей. Нет. Вы запинаетесь, а мы с командой. Ничего не знаем, мы как банкомат сдачи не даем. Банкомат сдачи даем. Развод, Саня. Ничего не знаем. Ну, пишите, можно монетками пишите. Насыпать. Пишите тогда. Хоть что-то отработайте, нет, в конце концов. Да. Да, вам уже продиктовали. Ну, пишите. Не, написать на все. Козлину написано. Да. Красавица. Да. Золотая. Да. Уникальная. Любимая. Теща. Ладно. Теща. Нет, теща, такой. Теща. Терпеливая моя. Моя просто. Моя. Да. И... Индивидуальная. Да, индивидуально редкое. И... А очаровать? Очаровать. Они все равно в школе не учились, не знаю. Ну, тут собака. Кстати, букетик-то мог бы пока и Саша не взять. Ты тут стоял. Если видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал.